нужно быть добро, щедро к людям. Не скрывать хорошего, если оно у него есть, и отдавать это. Всем привет! Обещал для Светы из Телеграма снять свою комнату, свою пещеру, как что-то у меня за предметы, много вопросов возникает там на стримах или еще что-то. Что это такое, что это такое. Вот, короче, точечный обзор моей пещеры, в которой я обитаю. Так, и что? Пошли, поехали. Так, я слышу, там уже играет музыка. Такой вот коллаж. Такой вот коллаж на двери. Так, ну что, открываем, смелей, пошли. Так, что мы видим? Закроем дверцу. Так. Так, откроем шторку, чтоб ярче было. Ой. Так, ну так вроде бы ярче. Если свет включить. Вот свет, включим свет еще. Не надо. Надо. Так, короче. Право. Лево. Пойдем в левую сторону, так как мне нравится путь левой руки. Начинаем. Так, вот мы зашли. Вот эта дверь изнутри. Вот этого духа из глины я делал сам. Вот этого, кстати, этому сейчас мы кое-что сделаем. Так, присобачили мы сигарету. Так, вот это дух охранник, индийское божество. Его вешают на дома, на машины вешают, чтобы не было опасности и безопасность. Не знаю, как его зовут. Это Будда. Так, ну что, снизу вверх. Походный рюкзак. Городской рюкзак. Напоясная сумка. Еще сумка боковая, сумка боковая. И советский брезентовый маленький походный маленький рюкзачок. Так, тумбочка. Тумбочка, тут-то верхняя полка очки, тюбетейки там всякие, да. Тут-то камерки, проводки, батарейки, Sony наушники. Городские. Плащик. Надо, кстати, положить. Там банка с мухоморами. Так, здесь нарды. Нарды я уже показывал. А, ну как-то. Так, перчатки. Плотечек. Так, носки надо убрать, кстати. Шерстяные толстые носки.
сантиметровая толщина. Так, от зуба парацетамол лежит. Так, здесь, короче, паспорт, короче, всякие документы. Здесь носочки, трусишки и бельишко. Сломанная херня это. Так, сверху тумбочки. Музыкальные, этномузыкальные инструменты. Это дождь. Это громовые облака. Африканский инструмент. Это дарбука. Барабанчик дарбука. Это барабанчик дамару. Ритуальный шиваитский барабанчик, тантрический. Это маракас, подаренный мне на день рождения Кеши. Это гопичант. Так, бог Шива. Эти жуки рисовал мне Грибабас. Они ему приснились во сне. Он на стриме, я попросил, нарисуй мне на стриме жуков. И они мне продали этих жуков за 5 евро. А вот этого жука пятого мне дали, Клюкер подарил бонусом. Вот, вот подтверждение, рисовал Грибабас. Купил каждого жука по 5 евро. Так, идем дальше. Здесь непонятная картинка, там просто я, когда шкаф ставил, монтировал шкаф, я там пробил дырку случайно молотком и заклеил это. Так, это мои рудракши, шиваитские четки. Так, это шкаф. Это шкаф. Шива усатый. Это йоги. Плакат. Хоть смотрим шкаф. Короче, одежда. Майчоночки без рукав, без рукавов. Майчоночки с рукавами. Куртка там, джинсы, рубашечка. Ну и там, короче, свитера, короче, там всякое зимнее это тряпье. Так, сверху шкафа лежит маска для стримов. Так, как начать? Поверху или по низу? По низу или поверху? А, поверху вниз, короче. Вверх шкафа, короче. Стоят такие святые люди, божества. Боги стоят, пылятся. Так, там нету сверху ничего. Так, это мои четки из рудракши шиваитские. Там картинки. Такое божество. Так, как его поставить? Вот так вот. Так, ключ от велосипеда, в чем тут делать, не знаю. Так, фото, дурацкие книжки всякие, маска, наушник, презервативы, бабские бусы для стрима, для Маргариты Уклейкиной. Так, шапка. Так, там, короче, коробки стоят от всяких разных мобильников, гаджетов, там от экшн-камеры, там всякие такие, блин, ненужный хлам. Так, средняя полка. Так, это мой гуру, это мой друг хороший. Это Травкин, это мой друг хороший. Это Дататрея божество. Так, это мой друг, это Будда. Тут флешки висят всякие. Так, это что такое? Так, ключ от сейфа. Так, там дурацкие книжки. Здесь такие штуковины стоят. Так,
это блокнотик с записями. О, индийские деньги. Индийские деньги с адресом. С адресом. Одна рупия бумажная. Так, тут спиннер лежит, никому не нужный. О, еще одна флешка нашлась. 4 гигабайта. Так, очки. Кошелек. Портрет. Кстати, этот портрет мне рисовал никто иной, как господин Грибабас. Рисовал портрет из видео. Из видео рисовал портрет мой. Так, это мы прошлись. Нижняя полка. Софтбуфер. Такой вот. Колоночки, бог Шива. О, микрофон мой. Микрофон стоит в вазе с бамбуком. Ваза с бамбуком, стоит в ней микрофон. Так, это мой компик. Так, что еще здесь показать? Я не знаю, что тут показывать. Так, мой друг Мухомор, путешественник, спрятал жука. Это жук, каменный жук. Кружка от Бесика, бамбуковая кружка от Бесика, подарок. Красотки, взглядом колдуй. Кружка от Бесика. Отпьянил совсем, в голове дурман. Петровича флешку надо отдать, не забыть. На танцполе. Так, здесь стена наклеек. Разные наклейки. Я собираю наклейки. Так что, если хотите, в письмах высылайте мне наклейки из своих городов. Любые. Так, мы шкаф. Шкаф мы от двери левую сторону. Она тут правая, она правая. Но по направлению к часам она левая. Мы прошли. Окно. Так, рукожалка, штатив, цветочки, денежное дерево. Этот цветок кошка ест. Мой стул. Сталинский, конкретный, деревянный, могучий. 100 килограмм весит стул. Вот эта батарея. Эту батарею разрисовала мне одна подруга моя, ее звали Банка. Она сидела здесь, курила и муливалась. Так. Шампанское для стрима. Булка недоеденная с чаем. Кремниевая. Пепельница. Короче, здесь всякое барахло. Тетради со сценариями. Я тут сценарии пишу для фильмов. Так. Чай, лимонад выпил. Такой вот лимонад я выпил. Портсигар. Барахло. Так, пойдем по стене. В левую сторону по стене. Четочки, бусинки, барабанщик Домару, и это все на коряге. Коряга, подарок от Лешего в Шаманистане в Ливосте в 2009 году, памятный. Это Кешина хреновина, я у него ее свистнул, он на корягу повесил на духа, а я пришел и свистнул. Так. Ла-ла-ла-ла.
вот этого Аллах Акбара, вот это вот Аллах Акбар, здесь написано Аллах Акбар. Аллах Акбар мне сделал в Чечне мой друг Бесик 13. Друзья рядом, душа кайфует. Тут святые люди разные, это Гуру Нанак. А, я уже не помню. Вот Шанкарачарья. На танцполе движение как ураган. Друзья рядом, душа кайфует. Тут такая стена. Это матерчатое полотно из материала. И тут нарисовано так. Так, переходим к другой стене. Тут дымится благовоние. Тут сидит такой мишка. Это камень, кстати, с речки Амата. Камень. Такая порода каменная. Четки тантрических черепов. Так, эту коробку я открывать не буду. Здесь благовоние. Вот благовоние. Этот сундук открывать не буду. Здесь копеечки. Я вот собираю копеечки. Так, здесь, короче, книжки такие всякие, нужные, ненужные. Браслетики, цепочечки. Ой, боже мой. Так. Но снизу шкаф с брахом, с майкой. То, что я ношу повседневно. Розетка, заряжать камеру, заряжать мобильник. Так, здесь такая инсталляция, всякие бижутерии, а как эти бусы, всякая хреновина висит. Так, календарь, свет, подкова на счастье, кабаний зуб, сколки, с хутора на колки, кабаний зуб, Сашка шаман подарил, этого духа мне Макс шаман подарил, Ганеша. Так, итак. А, вот моя кровать. Это матрас. Матрас. Подушка гречневая. Одеяльца. Короче, такая вот херня. А вот моя собака. Ждет, пока я его выпущу, пока я закончу здесь. Ну что ты отворачиваешься? Поздоровайся со Светой. Фокинг. Ай-яй-яй. Так, и так, короче, не сказал, это третий этаж. Бля, нахуй я сказал, что третий этаж, хейтеры приедут, блин. Так, короче, Света,
обзор пещеры, обзор комнаты моей, в которой я обитаю, как бы сделан. То, что обещал, я сделал, просто прошло время. Мы, блогеры, такие есть. Пообещаем фильм выпустить и год ждите. Так что обзорчик, ставь лайкосик, Света. Специальное видео для тебя, специально для Светы из Телеграм. Откуда она, кто такая, я не знаю, но знаю, что она Света из Телеграм. Все, всем пока. Хытыщ!